Три. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики канала Дрожа. Дрожа? А, да, здравствуйте, да. Скил. Всем привет. И брат. Всем привет. И мы с вами продолжаем играть Don't Starve Together. Да. Нет, это не Don't Starve. Это не Don't Starve. Это DS. Это Dark Souls. Dark Souls. Шкаляр. DS, ну Dark Souls. Dark Souls шкаляр? Кто одну семечку уже сожрал? А, нет, никто. Ладно. Семечки не... Семечки. Всего лишь одну? Одну. Просто сплю. О, выпал. Ай, хватит уже спать. Капец, у меня рассудка нету опять. О, май гад был. Мы тут по пустите меня в палаточку хоть на минуточку. Нам надо опять, ребята... У нас вообще нету, ребята. Да, опять мясом, за мясом. А, я не успел добежать до палатки. Фак. Ты снова бэдхост, чувак. Это норма, Виталий, смирись. У меня оп. А, ты хочешь этот... Ватхёрт вызвать у Скива или что? Тихо. Всё. О-оу, нет ничего кушать. Да ладно, серьёзно? Кто рататуй изготовил? Да это я. Я уже съел. Ребята, у меня есть мясо. Давай сюда. От циклоп. Ой, да, от циклоп. А вот теперь бэдхост, окей, норм. Это норма. Ребята, живём! Где достать еду? Где достать еду? Найти. Ребята, так. Еда идет. Меня еда уже нашла. Дайте что-нибудь, ребят. Пожалуйста. Мне как-то рассудок надо нормально так восполнить. Ну только мне 22 еды. Я только что поспал, у меня была вообще печалька. Вот так, вот яйца забрать. Я не знаю, насколько печалька, у меня 27 рассудка, 18 хилов. Аферин ушел из игры. А что? Да. Офигенно. Да. Ты что, уже уходишь? Ты вернись, Виталий, мы все простим. Да какого нахрен, ну чё? Кого ты бьёшь, Скив? Скив, кого ты бьёшь? В смысле, я дерусь с этим... с кошмаром. А его вообще не видно, прикинь. Мне вообще его видно не было. Потому что он, видимо, прозрачен, блин. Что за херня? Вообще даже ничего. Так, ну что? Что-то с игрой сегодня, мне так кажется. Что-то недоброе. Что-то не там... Ну это как у нас, да, Жень? Помнишь, мы не могли подселиться пацаны туда и так же. Хворь напала, да. У меня же два куска мяса, я бегаю и думаю, что пожрать, что пожрать? Вот я думаю, а слушай, а что, я яйца схватил, да? Дайте что-то мне пожрать, у меня 13. Пожрать, ребят, пожалуйста. А где лед весь? Там. Блин, я лед скил. Вот весь? То. Весь. Что готовить? Готовить что? Еду, уди прочь. Нет. И мне дайте кусочек. В смысле, дайте мне хоть что-нибудь. Сожрал и убежал, все нормально. Дайте мне, я сейчас сдохну. Так, а, сейчас. Ты шестеренки не жри. Да, у тебя шестеренки есть, чё ты? Ну ладно. Я хотел вкусный. Так, ребят, нам и лед нужен, мы лед весь потратили за зиму. Да ладно. Черт, а нам еще на лето надо запасать. Серьезно? Ну. Вот лед, Жень. Ну добывайте. Ну добывайте, а я. Я сейчас лед подобываю, ладно, я подобываю только. Так, мне надо наггетсы. Наггетсы рассудок немного, они нам на 5, тогда пофиг. Ребят, нам нужно будет этот... Конфеты. Кости нужны будет. 4 штучки, ребят. Зачем? За шкафом. Ну, чтоб устроить это... Да, конфеты, отлично. Бросать, как это называется, блин. Может, Скиф, может, сделать свиных домов еще да. побольше, а? Свиных? Ты уже собирал свиных жопы, не? А, ну да, собирал. Было дело. Просто надо. Я их уже на шапке, правда, перевел. Ты все перевел? Ну не все, у меня 3 штуки еще есть. Скиф, зачем? Ну я бился с этим боссом. Не надо. Я понимаю, ну... А, нет, дай, 3 штуки у тебя осталось? Нет, это у меня 3 штуки, я нигде не трогал больше. Нет, я говорю, 3 штуки у тебя осталось? Да. Жопки свиные. Да. Давай. У меня шлема еще нету, эти 2 могу дать. Давай. Вот на одну. Писец, ну жора. На вторую. Так, если я рассудок восстановлю, то опять сейчас придут эти злые. Отлично. Нажрался. Короче, я жду ночи и прям в палатку ныряю с разбега. Ну, так сейчас уже можешь нырять, не? Да, можешь, по идее. Ой, отлично. Только нам надо дерева, ребят, много. Много? Так дерева в сундуке знаешь сколько? Сколько? 200. 60. Маловато будет. Ты что, издеваешься? Это я накопал. Накопал? Я же говорил. Ну, у нас дровосек, ё-моё, есть, а?
Ну что, железный дровосек. Я могу сделать две этих штуки, значит 4 мне надо, да? Как же они, у нас вот 6 костей лежит. 8. Сейчас, Виталь, сейчас 8. Сейчас одним уже займусь чем-то. Да. 2. Слушай, может весь папирус в этот переделать? 4, переделывай. Бумагу, чё он? Где много льда? Кто? О, я видел, все, я пойду за льдом на следующий день. 8. Возле нашего дома есть. Это нет. Блин, 9 зря я сделал. Чё-то я, да, увлекся. Так капец. И... прогрессия. Надо что? 3, еще 2. Пока кто-то спит, кто-то работает. Все по плану. Не все идет по плану. Один рубит, 7. Да. 7. Че? Давай, скажи. Там трубит, короче. Ты прям сейчас Виталю переплюнул просто. Трубит он, короче. По попытке что-то сказать. Ой, мастер, я вас это... Жень, иди домой. О, так. Рассудок надо, на рассудок поднять. И сейчас скил и кушать, да? Да, сейчас будет есть. Я сейчас, конечно, посплю, пожру, посплю. Поем борща, посплю. Вспомнил, блин. Поели, можно и поспать. Поспали. Есть золото, у нас есть золото. Где? Это вопрос или утверждение? Я спрашиваю, я сказал. Вопрос? Нет, я уже предлагал идти за золотом, все жрут, не некогда. У нас и нету этих золотых камней уже. Где? В смысле нет, где? Почему нет? Потому там что... есть целый биом. Где? Где там? Где-то есть. Угу. Надо его только найти. Ну, кстати, вот, ребят, вот сейчас вот если... И вот все дерево исчезло. Смотрите, вот где пауков куча, короче, там и все, и там и биом. Пауков куча. Да. Я бы не сказал, что там прям такие биом. Ой. Так себе. Ты палатку поломал. Я выспал до смерти палатку. Палатку поломал. Это как? Жрать. Чё горит? Жрун. А сундук не загорится? Да нет. Так это тоже не загорается, да? Это уже не загорается, нет? Есть одна. Чёрт, чё жрать? От этого не загорается. Чё жрать? Чё всего в холодильниках? Так, яйцо, мед. Так, я лед набираю. Яйцо, мед, яйцо. Не ругайся! Понял? Началось. О-оу. Понеслась моча по трубам, ребят. Так, яйцо... Ребят... Я с этой серии должен уйти. Куда? Да так. Он кидает. Высшие силы забирают. Он кинул нас. Кого? Высшие силы его забирают. Он кидает нас. Кидало. Вот. Ну ладно, простим, чё. Бывает. Ну, чё, будем... Нет, выиграть. Ладно, ребят, всем пока. Ну, окей. Бывает. Бывает. Пока. Нахер мне этот шлем. Пока. Черт, почему из льда тут какое-то говно готовится? Ну все, нас теперь, ребят, трое. Троица. Че-то, ребят, у меня троица. Троица? Опять Пасху вспомнил? Женя. Это вы тут развили это все в яйца почему-то тему. Палатка! Перекидывать не надо. Ну, блин, меня сразу выплюнуло. Сломаете сейчас ее, блин. Улочка, наверное, потому что, да? А я сплю, нормально. А у меня просто полное все. Я так с жиру бесился, уже залез. Все шаланды пойду полные. Пойду на разведку. Да нам надо за мясом, на разведку он пошел. Вот мясо тебе ходит, вон оно. Только по разведкам шляешься, дома тебя не видно. Антошка, пойдем долбить паукашку. Так, а меня-то зачем? Бейте его. Шикарно, долбить паукашку, Жень, ты просто... О, а у нас же есть эти. О, а чё у меня? О, бифало. Чё тут бифало? Бифало размножаются. Одного детеныша целого заделали. Где? Как? За всю зиму, что ли? Да. Ух ты ж ленивые. Это тени кролики. Чё, на морозе холодно ж, наверное. Знаешь, Жень, посмотри, как у меня прохождение за викербодом. Серьезно тебе говорю, там столько бифало, там вот... Барсука к ним приведи. Кого? Барсука? Чтобы у меня столько мяса было, ты не... За один раз все, хлобысь и... Нет, спасибо. И все. О, я свиного короля нашел.
Да нашел, ладно. Не нашел. Да, нашел, серьезно, вот он. И тут куча домов и свиней. Так мы ж там были уже. Я не был. Да? Не. Ой! Сейчас, значит, буду шатать их дома, собирать. В смысле, Скиф, вот посмотри на карте, где я. Разве да я вижу, я вижу, у меня там открыто уже давно все. А я не ходил тут. Так, подожди, а где трава? Мне нужна трава. Так, а я без зимней шапки бегаю, я вообще экстремал. Я сейчас только это заметил. Я в этой улучшенной куртке. Ты где мою зимнюю шапку, говорил, дел? Где ты умер, не? Че, она там что ли валяется, хочешь сказать? Да. Я сейчас замерзну нафиг. Ну, Скиф. Ты что сделаешь? Пойдешь за вещами. Я сходил. Ну, шапки там не было. Как ты не был? Ой, блин, опять тройная это. Дай мне молоток, я пойду расхреначу и все. И молоток. А, не, молоток есть. На тогда шапку вот эту молоток забит. Да, зачем я отогреваю сейчас камень, отогрею, мне до дома хватит. Ох. Я тут, конечно, доски жгу, ну ладно. Ты жгешь доски! У меня топливо зато 15 штук. Надо идти так, строить. Кто говорил, есть, да? Кто говорил, кролами снабдит? Николай. А. Ох, батл между пауками и свиньями. Какой рэп? Да, рэп батл. Или как в этих, как их там, паукам, шаг вперед, и любая часть у них там все батл решает. Особенно в последний. Ну, фильм-то про танцы шаг вперед. В 3D, там, в 4D. Там все у них там в батле, там жена с мужем, там. Кто мусор вынесет? Псы, давай, ребят, режим в батле, станцуем. Ребят, псы. Ох ты ж. И тут батл не поможет. Давайте с ними в батл назначим. А я еще и без оружия, отлично, есть у кого оружие? Я тут шатаю. А, нормально, когда псы рядом, нельзя пойти спать. Отлично, серьезно? Я бегу, да. Жека, сделай какое-нибудь оружие, есть какое-нибудь оружие? Куда бомжа печенье? Ну, все печально, в рукопашку я не отобьюсь. Ну, если успею только сделать этого. А ты мне шапку, это моя шапка была в инвентаре? Ну, это я тебе отдал свою, нет? Да, ты мне свою отдал? Я уже убежал. Ух ты, ёп! Скиф, я бросил, видел? Где? Копьё, что ли? Ну. Черт, это все, что есть. Ты не очень. Забьют нахер. Нафиг. Ребят, меня сейчас забьют. Меня сейчас конкретно забьют. Так. Меня тут тоже конкретно бьют. Как лагает. А что меня убило? Бэтхост. Да, потому что меня телепортировало к псам и меня убило, прикинь. Я знаю, что у нас сейчас будет. Угадайте, что? Рестартик. Нет, я жив. А, ты жив? Нормально. Меня. Ну, я думаю, недолго. Я даже драться не пытаюсь, у меня копье какое-то недобитое. Посмотри, в руках. Посмотри, сколько им. Сколько? Я ушел нафиг от них. Копье так, недобитое. А на кого их натравить? Скиф, я тебе бросил 100% копье, вот где я. Так, а что толку-то? Оно дамажит не так, чтоб супер. Но это все равно копье. Жив, это все равно там оружие. Они там со свиньями сейчас. Вы что, живы? Живы? Да не со свиньями. Я еще жив. Беги, Скиф, беги. Так. Лучше беги. Я их на ловушке вожу. Ну да, я их тоже водил, пока меня не телепортнуло. Офигенно. Я могу. О, пират. Да, мы ты заходи, вовремя. Ты заходи, а то у нас мир сейчас перестартанется. Фу. Тут что? У нас штук 30 псов прибежало. Я отбился. Жень, еще ко мне штук 5, там 6. Скиф, треснешь меня? Если как есть сказать-то? КП, конечно. Ой. Так что я удачно вышел. О, да. Полнолуние. Полнолуние. Да, Виталий повезло, что полнолуние. Может убежать. Я не могу присоединиться, потому что я не вижу мир. Потому что я спрятал, да? Ой, там же оборотни сейчас, ну нахрен. Черт, у меня яиц паучьих нет. А, ты посмотри, в рюкзаках, в сундуках. У меня 33 хп, блин, я еле как унес свои... Булчинята. Лапки. Булчинята. Так, топливо ужаса. Жека, появись. Нет. Они... Я сейчас запалю Steam. Запалим Steam. А он кстати, не... Жень, он не появляется. Он появляется. Не-а. Я Вермедии пишу, он появляется. А, ну Вермедии, у меня бандикам, так что не норм. И он у меня бандикам появлялся. Спасибо, Все живы? Пока да.
Там у нас около это, около нас там эти оборотни, свиньи бегают. Уже где? Я уже серьезно задумался, думаю, что все, тапки склеили. Но как-то выжили. Да блин, если бы меня не телепортнуло, я бы еще побегал. Вот реально, прям в них телепортнуло, я ня-ня. Что реально не трогал? Что происходит? Все отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж так телепортируют-то, а? Терпи, казак. Чё это, за это челлендж. У тебя 63 пинг, почему тебя телепортируют? Объясни. Меня телепортируют, я серьезно говорю, скиф. Пинг 63. Потому что bad host. Что это значит? Bad host, bad host. Bad, bad host, ага. Че, свиные дома еще сделали? Ну я сделал, ты же не видишь? Я еще могу сделать, у меня делай. До хера ресурсов. Можешь, делай. Да. Может, сейчас в оборотни не превратились. Да, они сейчас не выйдут, но под утро выйдут, скорее всего. Это если бы они уснули на улице, они превратились бы, а их нет уж. Они все подальше. Умирают здесь. У нас весь лед на жрачку уходит. А, Женя! Ну это ты поставил, и естественно он вылез. Он превратился. Та-т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 а-
вы чё за мной, тут... за мной. Чё, скучно живется? А у меня брони нету, да? Я смотрю, вы веселитесь как можете, да? Я эти ловушки активирую, а Виталий по ним ходит. Вдоль поберись, Виталий, они поперек. Ой, меня телепортир. Нахер. Умер, нет? Да. Хм. Странная тема. Это все ты. Надо форумы почитать, что за фигня? Че, еще одного, Жень? Кто сундук рядом с костром поставил? Вот здесь. Ну, а он не загорится, скиф. Точно? Конечно. Вот так бегай. Тихо. Давай. Заводи шарманку. Оу-оу. Ты уснул. Не на ловушке спать. Шикарно. Офигительная свинья просто. Антон, фу! Жень, они тебя любят. Еще один. О, пират ливанул. Опять ливанул. Да, у него отпало, он упал на интернет или что-то такое. Ой, что ты пират? Что ты бегаешь? Чини ловушки. Какой нахрен чини ловушки? Чини ловушки давай. Я тут бегать, что ли, буду с ним? Вечность. Побегаешь, не обломишься. Что, ты опять бегаешь, что ли? Ну. Да, я понаставил домов. Штуки три. А теперь то-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 
оружие хорошее. А, мне золото дайте. Так, корыстный какой. Мне без золота ничего не могу. Как и все женщины, только за золото. Ой, все, и Жень, иди отсюда вообще. Паукообразная. Иди отсюда. Только за золото, за это, монетку мне. Монетку. Позолоти ручку, да, Виталий? Так, а где кролики? Где кролики? В норках. Нету кроликов. Ну, ни травы нету, ни, почти ни этих, ни палок. Ни палок? Ты что, на негритян? На мулаток потянуло, на ни палок? Непал? Скил. Какие знания географии? Я знаю, что есть Непал. Непал. А есть не попал. Ну это же. Ну это же личным опытом уже потом будешь делиться там. Ой, все. Троллинг такой, знаешь, друг друга просто, я не знаю, троллинг. Тролльфест. О, явился. Пират, ты с нами? Передо мной явилась ты. Жив, пират, живи. Ты Пушкина пошустро перечитал. Думаешь, зачем я? Да. Такой, ой, ёпта ж, стих вспомнил. Интернет включили, быстро читать. Если бы интернет. Ну, кстати, вот, кстати, это чуть ли не, ну, в основном не единственная причина у нашей молодежи. У нашей молодежи. Старпёры, 20 сколько лет там? 20 сколько лет там. 20 сколько лет тому назад. Женя, ты прям этот, не знаю. И тот тоже. Как он, астралопитек? Астралопитек? Ну. Шикарно. 20 лет назад, Виталий, астралопитеки жили? Да, Евгений, да. Ну, прикинь, без айфонов шестых там всяких. Кассетами пользовались, да? Ходил я, да, добыл я лес. Ой, камни, точнее. Пойду-ка я спать, реально.
Опа, опа, подрезать не успел. Почечку пополнить надо. Так вот, что я полчаса пытаюсь уже сделать? Кто тебя знает? Так, мне надо... Блин, мне две эти веточки нужны. Ребят, есть две веточки у кого? Мне нет. Есть, в сундуке. Нет уже. Вот байфкост. Ну тогда иди ко мне. Он, по-моему, была одна табличка на все времена. Я тут возле тебя. Вот. Кстати, когда у нас зима кончается? Да. Через 5 дней. Спасибо. 5 дней? Шикарно. Почти прожили. Да чё нет. Ха! Чуть было не было. Это интрига была. Интрига. Расследование, шок, 18+. Интрига. Скиф. Может, забор сделаем? Скиф, ты где? Я лед добываю, нам жрать нечего. Я тебе отдаю приз. Студию. Чаво? Студию. Ты бы лучше просто добывал и не тратил. Это за убиение одноглазого. Эй, стой! И чё, я тебе отдать не могу? Ну, да... О. А. Дуба напиться. Лупа глаз. О, вещи чьи-то. Вещи чьи-то. Я не могу. Я натянул глаз циклопа на голову. Это мои вещи, господи, я же их искал. Поздно. Вот. Одно дал, другое забрал. Вот что за еврей? Блин, не активируйте мама-то, ребят. А кто еще говорил там на Виталю-то? Еврей. Ага. Я на Виталю еврей не говорил. А что ты говорил? Еврей. Ой, чё я только не говорил на Виталю. Я цыган. А, еврей не говорил, да? Ты так много всего говорил, я запутался. Потому что Виталия много чего значит. Вот Виталия говоришь ты, а что ты и конкретно имеешь в виду? Тут поточнее, потому что Виталия это очень такое размытое понятие. Размытое. Размытое, намытое такое понятие. Намылено, обмылено. Иди нафиг. Не спи. Вот. Чёрт темнеет. Это шприцы теперь, ребят. Чё это вдруг? Ну блин, у меня уже, наверное, хп 20-30 нет. Кто тут опять спит? Ну я. Женя. У меня половина. Я шатаю палатку. Отгоняйте. Кого, меня что ли? Руки. А, скиф, рука, скиф. О, а чё? Ну чё, рука там была. И чё, а чё она костёр не это не затушила? Она не тушит с первого раза костёр. Она его не тушит. Она его этих, по чуть-чуть тушит, да. Если у тебя чуть-чуть у костра, она его тушит сразу. Поэтому а так она умер, тушит по чуть-чуть. Тогда я буду дальше палатку шатать. Воу, шатай. Я не успел. Шатай. Молодец. Еда, сейчас сдохну. Черт. Как ее скрафтить? Трое в одной палатке, мне показалось. Трое в одной. Вы трое, а все здесь где-то бегут. Виталий, чешу здоровье, я тут не был. Это был не я. Где паутина? Чем тебе паутина? Надо. Блин, что, паутины нету? Есть паутина у кого? 4 All паутина. Day. Нет паутины. Есть паутина. Дай 4 All паутина. All day. Положь ее потом в этот all сундук. Night. All day, all night, all day, all night. Чё, блин, Виталий ко мне стоит тылом, грубо говоря. Я думаю, что это такое? Что это такое там вдалеке? Ты не настолько страшный. Я просто реально не разобрал. И не настолько страшно, Жень. Блин, ребят, реально надо сейчас заняться. Одни идут за мамонтом, а другие за льдом. Я пойду за мамонтом, 100%. На, у тебя есть бумеранг? Я за льдом. Вот он в руках есть, бегает. Да? Ну, на еще один бумеранг, потому что на много... копья нет. Вот, так, что там за план глобальный? Ну, одни идут за мамонт, другие за льдом. Я это лед. Ну, давай я с тобой со льдом. Я банан. Я банан. Лед нам в любом случае нужен, ребят, еще на лето, вы не забывайте. На лето, да, именно на лето набрать его, а не сейчас тратить. Ну, сколько сейчас время? 5 дней еще. 5 дней до весны, а там будет все меньше и меньше. Это мы уже 52-й день выживаем. Ух ты ж. Ну да. Мне 50. Зато еда начнет расти. Жень, давай как-нибудь реально это сделаем побольше фермы, я не знаю. Ну это говна надо много. Ну да, у нас говна нет. Ну, блин, а мне жрать надо. Хотя бы, чтобы я не чисто мясо тратил. А то одни питая, ну я же не могу питая есть. Сам понимаешь. Ну это, как говорится, проблемы каждого. Ой, все. Проблемы вот меньшинства помню. Большинства не касаются, да? Ну, знаешь, меньшинство потом в параду устраивают всякие. Ты хочешь, чтобы тут парад был мясоедов?
Мясоед. Мясотряс он такой. А это теперь и так называется, да? А они вас там едят? Сосисочных едаков? Ой, Жень, вот свои кликухи не надо тут озвучивать. Ой, все, кликухи. Блин, ой, пират, дай мне один кусочек этого. Сосиски его, своей. Веточки, дай. Одну веточку. Спасибо. У меня всего две осталось. Сосиски. Сниматься надо. Шутите, шутите, без еды останетесь. Виталий знаток, я смотрю. Какие фильмы смотрят? Мы же не так все будем друг друга подкалывать, так знаешь? Это норма. Это норма, Виталий, норма. Блин, вот говнище-то, а. Это ты о чем? Да, про пауков. Так, я что-то прикольное сварганил. Что это? Хони Хэм какой-то. Идите за мамонтом. Хангер 75. Да, нет. Хил 30-ха. Рассудок пятерка. Ну, на карту давай посмотрим. И увидим, что в той стороне его вообще нет. Давай возвращаться обратно, пират. Из чего я это сделал вообще? Подожди, гриб. Я не гриб, пират, за что? Я не гриб. Ты? Ну тут гриб. Ты хуже гриба, ты Женя. Так, а что мне делать? Кто куда пошел? Иди здесь с этим, с Виталий. Я за мамонтом пошел вообще. Ты нашел след? Я уже хрен знает, сколько по нему иду, блин. Ты нашел след? Топчется. По мамонту? Да, по мамонту топчусь тут. Мамонт. Бывает. Вот. А бывает не бывает. Ой-ё. Как он больно дерется-то. Да чё твою налево, у меня оружие 5%. Я два раз один и тот же куст собираю. Это вот норма. Так. Плодородный куст, чё? Блин, скиф, ты бы... Вот реально. Чё, что? Я бегу. Да ничего, меня тут шатают потихонечку из-за твоих лагов. А ты не шатайся. Так, ну... Какие мои лаги? Твои лаги? У меня ничего нет. Твои лаги. Мои лаги. Они мне принадлежат. Процессор такие, нормальный купи, азаза. Процессор. Купи мне i7. Угу. Топовый. Ай все. Ай все. Он там траву собирает, значит. Шикарно. А чем мне драться, у меня копье 5%? Он видишь, обгадился, копье, когда я пришел, он боится меня. Такой, о, скип. Нет. Чё? Наверх вижу только, да, там. Там одно, ну, нам двум. Я побежал готовить. Ну так. Пошли. И чё, льда-то нету? Ну потому что мы все съели. Угу, вот именно. Нет, вот он лед, слушай же. Льда много. Я нашел лед. Давай льда добудем. Добывайте. Ой. А, тут пират не два, тут больше. Почему мы должны делать ваши эти обязанности? Mm. Вы одного, вы за целый день только одного мамонта забили. Ой, молчи, Позорище. Ни одного льда не добыли. У меня 15 льда, сколько у тебя же? 17, 18, ну. 19, 20. И один мамонт. Так хватит считать, сколько у тебя. Стой, подожди, у меня такая интересная теория. Я только что одну верхушку сбил у ледяной, вот это, одну кусочек сбил. Вот сейчас. Ну, давай, ждешь, пока она растет? И оно, он сразу вырос. Нет. Но он мне только что вырос. Повезло. Тебе просто повезло. Вот видишь, я даже помог тебе, видишь? Видишь? Видел? Ой, прям вообще, спасибо. Записал это? Записал. Я заснял. Ты ему теперь это напоминай каждый раз. Селфик успел за это? Селфи, да. Не, это не селфи, это скифелфи какой-нибудь, ну со скифом. А это я видел, это приколюха-то, это палка для селфи-то. Мужик такой возле стекла, это возле зеркала. Ой, вы все лагаете в этом скайпе. В скайпе реально. А в скайпе я ни при чем, я скайп не трогал. Ой, ребят, А скайп у всех лагает? Скайп у всех лагает. Ой, квартира, ой, какая жуть. Нахер. У меня в игре абсолютно не делал. А у меня норм, я Жеку только единственное хорошо слышу. Ну я вас всех плохо слышу. Это гейм овер, игра умерла. Чё, ребят, короче, надо завязывать. Давайте теперь. Виталий танцует, вы посмотрите на это, как это мило. Это все. Давайте заканчивать серию, да. Давайте. К
Кто начинал? Давайте, ребят. Или подожди, сколько мы? Это ж третий. Нормально. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Да. Всем попрощался. Гуд вообще попрощался. Не откидывайте меня. Рад, живи. Ох, ни хрена себе, такой из темноты прям выбежал. Сутка у меня. Ой, иди спи. Всем пока.